Привет, мои хорошие, вы на канале Юлия Сипяна. Сегодня минимизированный выпуск. Расскажу вам о одном очень классном месте, которое находится недалеко от Вроцлава, замок Топач. Здесь много всего интересного, поэтому стоит приехать. Я приехала на Лизабеле. Будем смотреть. Сегодня нам повезло, здесь выставка ретро-автомобилей. Их немного, но есть. А еще не забывайте ставить класс, подписывайтесь и рассказывайте о моем чудо-канале своим друзьям, знакомым и смотрите выпуски регулярно. Зачем платить больше, если можно посмотреть через окно? Вау! Там столько всяких ретро-автомобилей, это просто нереально. Все, кто любит машинки, здесь сойдут с ума. Здесь всяких-всяких польских автомобилей. Просто вау, смотрите, какая классная. А еще в Польше есть такой закон, что если ваш автомобиль очень старый, больше ему, по-моему, не помню сколько лет, и он в хорошем состоянии, то вот такие вот номера выдают, и государство еще доплачивает на содержание этого автомобиля вам. Смотрите, сразу хочется шляпа, какой-то шарфик и обязательно побережье океана и горы, горы, горы и серпантин. Вот так вот выглядит сам этот замок. Разведка прошла, и мы узнали, что здесь очень много всяких разных залов, в которых празднуют разного рода мероприятия. Вон даже большой такой зал. Там церемонии свадебные проводят. В общем, очень красиво здесь. Здесь можно и пофоткаться, и позагорать, и отпраздновать, и отель здесь есть, и спа-салоны. В общем, крутая штука, только интересно, сколько по деньгам.